Всем привет! В эфире канал Мотоснап, город Владивосток. И сегодня у нас на обзоре вот такой малыш, семейство Charmax 140 Mini. Это самая маленькая модель из спидбайков. Данная модель имеет двигатель 154, 125 кубических сантиметров, полуавтоматическая коробка передач, четырехступенчатая и мощностью целых 10 лошадиных сил. Колеса 14-12. Передняя вилка перевернутого типа. Передние дисковые тормоза. Зад у нас также стоит на однопоршневых дисковых тормозах. Имеет информационное табло. Вот, давайте посмотрим. Вот видите. Так, показывает нейтраль, какая передача включена. Тахометр, одометр, спидометр. Имеется также свет ближний, дальний. Имеет регулировки передней вилки. Вот. Электрозапуск у данной модели присутствует. Также есть кикстартер. Вот электростартер внизу стоит. Так, снизу еще покажу вам защиту. Вот, воздушное охлаждение у данной модели. Двигатель четырехтактный. Имеет гарантию 3 года. По наличию сейчас действуют акции, скидки. Поэтому, ребята, кто нуждается, приезжайте. Возможен тест-драйв. Ну, вот такой вот красавчик. Charmax Mini 140 Power Max. Также есть кнопка аварийного стопа. Вот, зарядка USB. Вот,